Третий завершающий тестовый матч прошел на стадионе «Самара-Арена». На поле вышли команды ПФЛ «Лада Тольятти» и «Носта» из Новотроицка. Игра завершилась со счетом 2-1 в пользу команды из Автограда. Автором обоих тольяттинских голов на 8 и 80 минутах стал Азнаур Гирюгов. У «Носты» отличился Никита Кирсанов, забивший в ворота хозяев на 73-й минуте. За игрой наблюдало чуть более 8 тысяч болельщиков. Мы сегодня победили. Хотелось победить, порадовать своих болельщиков. В общем, все получилось. Хотелось бы поблагодарить всех организаторов, которые участвовали в организации этого матча. Потому что сыграть на таком стадионе, можно сказать, прекрасном. Поле великолепное, зрители, стадион шикарный, конечно. Для ребят это, конечно, стимул огромный. Встреча «Лады» и «Носты» закрыла серию из трех тестовых игр на Самар-арене. Далее стадион будет готовиться к чемпионату мира по футболу. Первый матч первенства на главном стадионе областного центра пройдет 17 июня. Это встреча Коста-Рики и Сербии.